Здравствуйте, девочки. Давайте проверить микрофоны, начиная вот раз. От вас. Раз. Раз. Я понял, с микрофонами у вас проблемы, они работали. Вот вы, да, вторая девушка, поговорите немножко в свой микрофон. Раз, раз. Какой у вас номер микрофона? Посмотрите, на микрофоне написано. Шестой. Вот теперь его слышно. Еще раз, первый микрофон говорите. Раз. Вы. Раз. 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 А, третий микрофон, проверьте, какой у вас номер микрофона? Девушка, нет, нет, не вы, а вот рядом с вами, справа от вас. Да. Четвертый. Еще раз скажите. Четвертый. Супер. Поехали. Мы бы хотели начать с песни из репертуара «Елки», «Впусти музыку». Подождите, у вас заводится микрофон какой-то, вы стоите рядом где-то с мониторами. Станьте чуть глубже по сцене. Я надеюсь, что вы себя будете слышать. Поехали. Давай ты будешь за рулем, а я хочу ловить знаки. Мы на планете вдвоем, но весь мир будет между нами. Воевать и мириться, погадать и молиться. Ты будешь за рулем, я буду рыться в деталях. Все парадоксы возьмем и напишем их в комментариях. Пусть все веселятся и больше не злятся. Все, что есть хорошее, все, что есть плохое, это все в одном тебе и немного во мне. Выбрать все из головы, включи музыку, включи музыку. Выбрать все из головы, пусти музыку, пусти музыку. Спасибо, спасибо большое, что еще? Также мы можем исполнить песню «Маленькая девочка» Потап и Настя, «Айова 140 ударов». Нет, нет, вы выберите, что вы хотите спеть. «Айова 140». Пожалуйста. Я не считаю минуты, сколько мы вместе. Я не считаю минуты, я не считаю года. Я не считаю минуты, просто мы вместе. Спасибо. Спасибо, девочки. Спасибо большое.